В этом видео мы покажем, как открыть демо-счет с Admiral Markets. Сначала откройте сайт Admiral Markets и нажмите кнопку «Начать торговлю». Затем выберите демо-счет. Заполните форму, указав ваше имя, фамилию, адрес электронной почты, телефон. И также необходимо принять политику конфиденциальности, и если бы вы хотели получать новостную рассылку от Admiral Markets, то поставить галочку и нажать на синюю стрелку «Далее». После заполнения формы данные по вашему счету будут отправлены вам на адрес электронной почты и также будут открыты сразу же перед вами. После этого вы можете скачать платформу MetaTrader для торговли с компьютера или мобильного устройства. Или же вы можете торговать онлайн, используя WebTrader. Чтобы открыть WebTrader, просто нажмите кнопку «Начать торговлю». В всплывающем окне введите свой логин, пароль и выберите корректный сервер. В данном случае Admiral Markets Demo. И затем нажмите кнопку «Ок». Мы желаем вам удачи в торговле на демо-счете. Если у вас возникнут вопросы, мы будем рады помочь вам.